Настоящий праздник, пусть и с небольшой грустью в сердце. В этом году 32 бакалавра стали выпускниками отделения журналистики Чувашского государственного университета имени Ульянова. 10 из них окончили вуз с отличием. На торжественном вручении дипломов побывал Рифат Фаткулин. Лекции, экзамены, защита дипломов позади. 4 года изо дня в день сегодняшние выпускники открывали для себя мир журналистики. Осталось только получить долгожданную путевку в жизнь. Достаточно молодая кафедра уже имеет за плечами большую историю. 19 выпусков, несколько сотен специалистов и почти с каждым попадание в точку. Большинство выпускников отделения сегодня практикующие журналисты и пиарщики. Их материалы можно встретить не только в региональных, но и федеральных СМИ. Выпускник отделения журналистики должен наравне с другими выпускниками других вузов Российской Федерации и зарубежных вузов то же самое, быть готовым работать в условиях конвергентной журналистики, то есть когда журналист умеет и фотографировать, и писать, и операторское мастерство он овладел и так далее. То есть универсальность нашей журналистики как раз в последнее время очень ярко проявляется. Университетские годы не прошли даром, и сегодня уже практически акулы-пера готовы отправиться в самостоятельное плавание. Анастасия Алангина с детства знала, что станет журналистом. Это была не просто мечта, а цель, к которой она упорно шла. Выпускница 2017 года, редактор национального телевидения Чувашии. Теперь она дипломированный специалист. Я думаю, во всем нужно искать правильный подход, нужно правильно распределять время, и тогда каждый студент может развиваться как и в профессиональном плане, так и в учебном. Я пришла на национальное телевидение Чувашии на первом курсе зимой, после первой сессии уже на творческую студию. Летом проходила практику, и на втором курсе уже меня взяли на работу автором проекта молодежной программы «Яшчухчам Рыкчух». И дальше все поехало, закрутилось, завертелось. По словам молодых людей, в темно-синих академических мантиях и конфедератках упорство и труд – главные составляющие успешной учебы в вузе. Уникальность кафедры журналистики в том, что она дает возможность журналисту открывать какие-то двери, которые были для него еще закрыты до поступления на отделение журналистики. Это и телевидение, это и радиожурналистика, и это и всевозможные рода пресс-службы. То есть в ходе практики ты можешь открывать для себя что-то новое и понять, что же именно твое. Спортивные или политические обозреватели, рекламщики или ведущие программ обменяли студенческие билеты на дипломы. Некоторые из выпускников устраивать каникулы не планируют. Сразу после вручения дипломов отправятся на работу. Теперь страна журналистики открывает для них границы полностью. Рифат Фаткулин, Игорь Зверев, Республика.